Компания Global Engineering Baltic, обещавшая построить завод инновационных электромоторов и предлагающая латвийцам инвестировать в свой проект, закрыла в Латвии свои офисы. Вкладчики бьют тревогу. О Global Engineering мы рассказывали не раз. Компания обещала построить завод по производству чудо-двигателей, которые якобы могут спасти природу от вымирания, а человечество от катастроф. Вкладчикам обещали сказочную прибыль. Но как минимум для одного такого вкладчика Global Engineering эта сказка уже закончилась печально. Он лишился своего жилья. Сегодня он должен освободить четырехкомнатную квартиру в Золитуде. Он уверен, его обманули. Но в полиции состава преступления не нашли. Личное дело Даниила Смирнова. Это четырехкомнатная квартира в Золитуде. Везде так называемый евроремонт. Ее бывшего владельца зовут, скажем, Владимир. Он не хочет раскрывать свою личность. Владимир лишился своего единственного жилья, а кроме этого земли в Имонте, которая ему принадлежала. Владимир стал агентом, а потом и вкладчиком компании Global Engineering Baltic, которая искала инвесторов для строительства завода по производству инновационных электромоторов. Владимира сразу попросили взять под свою квартиру быстрый кредит и пообещали его погашать. Потом он должен был получать большие проценты. Получив наличные от меня 36 тысяч, они взяли на себя обязательство, что они, чтобы я ни о чем не волновался, они будут погашать ежемесячно кредит вместо меня банку, и все будет хорошо. Причем я был не один такой, у них около 400-500 вкладчиков, у которых набраны такие кредиты. Но квартиры работодателям Владимира было мало. Глава компании Global Engineering Baltic Андрей Моргунов предложил продать принадлежащую ему землю. Договорились по одной цене за 30 тысяч, а продали ее за 5 тысяч в итоге. Деньги руководство разделило между собой и раздербанило их по карманам. Вам за вашу землю что-то досталось? Ничего не досталось. Потом Владимира уволили из компании. Примерно год текущие платежи по кредитам покрывались, но потом приостановились. А недавно и сама компания Global Engineering Baltic фактически исчезла. Офисов больше нет. Платежи по кредитам вкладчиков не платятся. Значит, статья 177. Это мошенничество явное. То есть они у меня выманили, заставили взять кредит. Да. Принести им, отдать наличными. Расписка у меня на руках Моргунова. По оценкам самих вкладчиков, счет пострадавших от деятельности Global Engineering Baltic и лично Андрея Моргунова уже идет на десятки, если не сотни. Григорий и Виталий, как они говорят, представляют группу из 50 вкладчиков, которые намерены писать заявление в Генеральную прокуратуру о мошеннических действиях, совершенных в отношении них. Например, Григорий потерял 300 евро в этой компании. При этом также работал не какое-то время, пока верил в инновационный двигатель и завод, который обещала построить компания. Факты показывают то, что технологии нет обещанной. Факты показывают другое, что эти деньги растрачиваются на дорогостоящие тренинги, на различные, ну, своего рода развлечения. И тем самым люди вроде написали заявление о продаже своих акций, ничего не движется вперед, но в другое время люди, которые инвестировали, более-менее знакомы с Моргуновым, разными рычагами смогли получить свои вложенные деньги вне очереди. При этом, как говорит Григорий, несмотря на то, что во всех документах и сертификатах фигурировала компания Global Engineering Baltic, деньги наличными всегда отдавались или Андрею Моргунову в руки, или перечислялись его родственникам. А вот вы кому лично отдали деньги? Сам я лично перевел счет, деньги на родственника Моргунова. Сперва я вложил 700 евро, взял кредит. Он пообещал, что на втором этапе вы можете купить того гарантии, да, что он окупит доли. Вот. И потом он говорил еще вложить 1500 евро. Кто это он? Андрей Моргунов. А вы деньги передавали непосредственно Андрею Моргунову в руки наличными или как? Наличными, да, передавал деньги. То есть вы передавали деньги Андрею Моргунову наличными? Да, наличными. Что вы получали взамен? Вы получали какую-то квитанцию или
какой-то документ? Взамен я получил договор, который был там составлен непрофессионально. Вот, и сертификат на акции якобы. На полицию бывшие вкладчики не надеются. В октябре этого года Владимир уже написал заявление в полицию Земгальского района Риги. И ему было отказано в возбуждении уголовного дела. Предложили выдвинуть Моргунову и компании гражданский иск. Личное дело обратилось в госполицию за официальным комментарием. Однако получить его так и не удалось. В частном разговоре один из руководителей госполиции признался, состава преступления в этом деле они не увидели. Однако собственное расследование начала служба госдоходов. Но в службе госдоходов личному делу сообщили, что никакого дела в отношении компании Global Engineering Baltia и лично Андрея Моргунова у них нет. Программа «Личное дело» связалась с главой компании Андреем Моргуновым по электронной почте. «Какой крайний срок получения материалов, чтобы вы успели их обработать для программы?» – задал вопрос личному делу Моргунов. Как выяснилось позже, бизнесмен тянул время. Он связался со своими бывшими вкладчиками, в частности с Владимиром, попросив его отозвать интервью «Русскому вещанию». Даже предлагал деньги. Ко мне приезжал домой Моргунов, рассказал мне, что у него новый бизнес, что он якобы собирается рассчитываться с вкладчиками с нового бизнеса. И стал настаивать на том, чтобы я позвонил вам и ни в коем случае не публиковали вот этот материал. И объяснил он это тем, что если раньше это были просто статьи такие, да, без всяких фактов, а здесь уже прямой факт. То есть человек потерял квартиру. Что Андрей Моргунов предлагал вам за то, что вы отзовете свою публикацию в нашей программе? Он готов был дать деньги, но я даже не ждал, пока он назовет сумму. Я сказал, что я, поскольку вы лишили меня и квартиры, и зимой практически, я вынужден сейчас выселяться на улицу практически, то есть в рефрижератор, вот можете себе представить. То есть вы ему отказали, да? Да, я ему отказал. Сам Моргунов нам тоже ответил. За несколько часов до выхода программы «Личное дело» в эфир глава компании прислал нам видео с собственными комментариями. Первый вопрос относительно офисов компании «Латвия». В связи с оптимизацией работы нашей компании было принято решение перенести работу с клиентами в онлайн-режим, как это сегодня и делают многие современные компании. Прокомментировал он и ситуацию, в которую попал Владимир. Личному делу он объяснил, что Владимиру были проданы доли в компании, которые принадлежали Андрею Моргунову, поэтому сделка оформлялась на него лично. В результате он продал свою квартиру и остался с суммой, достаточной для покупки меньше жилплощади. Но меня беспокоит то, что, насколько я знаю, он нерационально использовал оставшиеся средства. Компания Global Engineering Baltia открывалась в 2016 году с большой помпой. У нее было несколько больших современных офисов, около 40 сотрудников, красочные презентации инновационного бизнеса. Также им удалось получить экспертное заключение Центра исследования интеллектуальных сетей Физико-энергетического института Латвии об эффективности двигателя, которое подписали профессор и доктор технических наук Рижского технического университета. Но уже в июне 2016 года в Твиттере и на домашней странице Комиссии рынков финансов и капитала ФКТК появилось сообщение о том, что компания ведет нелицензионную деятельность, что ей нельзя доверять свои средства. Весной 2017 года в программе «Личное дело» выступил бывший сотрудник компании Global Engineering Baltia, который также предоставил всю внутреннюю документацию фирмы о способах и принципах обработки клиентов со всеми схемами выманивания денег. Честно говоря, хочется, чтобы, скажем так, эта машина обмана, закончилась все-таки. Но вкладчики продолжали надеяться на лучшее, пока им покрывали ежемесячные платежи, поэтому не шли на контакт с журналистами. В полиции говорили: нет пострадавших, нет уголовных дел. Мечты о современном производстве уникальных электродвигателей для Владимира закончатся здесь, на садово-огородном участке. 5 января, в эту пятницу, он должен освободить свою четырехкомнатную благоустроенную квартиру в Золитуде и перебраться на это место. На этих столбиках будет установлена так называемая термобудка, в которой Владимир будет жить в дальнейшем. Личное дело. Данила Смирнова, Латвийское телевидение.